Итак, всем привет, с вами Мистер Лайв, добро пожаловать в Метро Ласт Лайв. И в прошлой серии мы остановились именно на этой точке. Мужик добрый отодвинул нам трезину, и мы сможем дальше проехать. И, собственно, мы едем на нашей ломычине. Кстати, которая ломычина, ее не назовешь ее ломычиной, потому что она с нами уже... Что там у нас? Пока уже... В общем, она уже с нами целых 2 миссии. И о, на нас... пацаны едут! Так, пацаны едут! Режь, сучару! Какой придурок закрыл двери? Скажите мне, какой придурок? Ах ты ж, хватит! Думал, что ты крутой такой? Меня Валера наш выручит. Готовь вазелин, бля! Давайте. По одному. Ага, давай, давай, попробуй. Кишка тонка. Потихоньку сейчас снимем. Ну правильно, стреляй в стенку, это тебе много даст. Интересно у тебя выражение. Ты пустой, вот именно, и в голове у тебя ничего нету. Садись с дороги, придурок. Спасибо. Ну и где ты? Под лестницей спряталась? Гаденыш, а? Так, как тут открыть двери? Нашлись тут. Мне, чтобы жить в мире, они тут мне будут что-то указывать. Так. Ну, тем самым мы продолжаем свой путь. Продолжаем ехать. И, собственно, видим зеленые грибочки, которые станция театральная мне предлагали их купить. Вопросы? Так, я так полагаю, нас тоже ждет впереди засада. Однако нам надо патроны. Что это такое? Можно переменить. Или патроны мили Валеры. Это что? С лазерным прицелом? Так думаю, с лазерным прицелом будет круче того пистолета. Мы поедем вперед. У нас, кстати, фонарик разрядился. 44 патрона. Ну чё, покатались, блин. Я вообще не пойму, чё тут происходит. Фонарик еле светит.
придется ехать обратно. Назад. Да ему, наверное, удобно сидеть. Так, поменяем путь. Сказал поменять путь. И поехали. Ну ладно. Ну что там у вас происходит? Закрывали телепала, на! А то, бля, всех порешут, на! Ой, же тут крутой такой, на! Ёма, маслины вышли! Ну, только вы... На! Чё, получил? Получил! Засунут этот автоматик в задницу, понятно? Ну давай, выходи. Честного жигана. Пацаны, натянем сучку. Получил. Получил. Отгреби. Отгреб. Отгреб. Все, ко мне вопросов никаких нету. Ой, весело вас с вами тут. Артем даже кушать не захотел. Вожиди! Вожиди! Не убивайте! А, блин, сука, капец тебе! Блин. Ага. Чё-то думал, то, что у меня реакции ноль, чувак. Чтоб у меня да реакции ноль. Я тебя умоляю. Чё, можно ехать дальше? Я так полагаю, можно ехать дальше. Ну что ж, продолжаем наш путь. Включаем свет. Гоу-гоу-гоу. Не пешком. Вот черт. Ну я знаю то, что паровозы дымятся, но да, давай еще ногой стукнем, может заработает. Что тут неправильно? Ну ладно, мы продолжим свой путь. У нас нет гаечного ключа, как обычно, так бы. Так я и догадывался. Ну ешь. Мне не жалко. Привет. Не надо кричать на меня. Не рычи на меня. Не надо. Будь хорошим. Будь хорошим мальчиком. Дед. Что? Где, когда? А, помогите. Однако я что-то не понимаю. Гном идти. Ну да, в принципе, если бы мы дальше поехали, то тут и даже рельс нету, где можно покататься. Третий код что-то не пройти. Что оно светится? Поздравляю с вашей Венецией, вы мне... Ребята,
дерзкий. Я вас трогаю? Нет. Вот и отвалите. Иди. Ладно. Ты это, не подойди, ты этот, беги к нам. А то тут... Вот что ты лезешь под ноги? Что ты лезешь? Не лезь ко мне. Вали отсюда. Слышишь, ты Блин. Я что, виноват, то, что вас побрили? Идите. Фонарик садится. Не подзаряжать. Опа. Вот таким вот образом мы валим все. Однако лысые какие-то шустрые, что ли. Всегда расскажешь. No, а пока выходим на фарватер и полный вперед на базу. Ну ладно, допустим. Снега наверху начали таять. Теперь к традиционным дрезинам добавились лодки и рыбаки. Один из них появился как нельзя кстати. Скоро будем на Венеции. Павел, скорее всего, уже там. Гонимся за этим Павлом, реально. А где Гитлер в очках? Хотелось бы ему лично согнать пулю в лоб. Ну что ж, а я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока. Продолжим именно с этого момента.